катедральны касцёл Небаўзяцця Святой Девы Марыі, галоўная пляцоўка конкурсных праслухоўванняў 22-го міжнароднага фестывалю духоўнай музыкі «Магутны Божа». З праграмамі выступаюць змешаныя хоры і невялікія ансамблі. Творы і апрацоўкі айчынных і замежных кампазітараў выконваюць як прафесіяналы, так і аматары. Я считаю, что это единение. Единение профессионализма, потому что даже любительские хоры, они имеют возможность роста на этом замечательном конкурсе и в этом замечательном храме. Акустика помогает каждому, но нужно иметь что-то в душе. Чтобы всем по-своему тяжело и по-своему легко. Даже не столько бороться, сколько просто отдаться этому искусству хоровому, потому что действительно оно нас объединяет. «Магутны Божа» – это значная подея для музычной супольности не только Беларуси. Удельники хоровых коллективов отзначают, тут яны могут не только продемонстрировать технику володания хоровыми спевами и диапазон, их вабить и тая незвычайная атмосфера, что пануя на кожной концертной пляцовце Могилевского фестивалю. Я думаю, что это очень важное мероприятие вообще общеевропейского плана, и хотелось бы, чтобы география тоже расширялась, потому что вот такие межконфессиональные фестивали, они, конечно, дают почву все-таки нам задуматься над, вообще над всем существом верований. Для беларускай хоровой школы фестываль духовной музыки «Магутны Божа» особливо каштоўный. Перш за все тем, что тут протягиваются традиции. Праз некалькі год до дирижерского пульту выходит те, кто некалі пераймал майстерство у складе харыстов. Например, кіраўнік аматорского хору «Светач» Андрей Кунцевич, один из вучняў значной фигуры айчынной хоровой школы Виктора Роуды. Я думаю, что все по-своему, но в одном вот ритмическом таком рисунке чувствуют вот эту вот духовность, которая веет от этого фестиваля. Музычная духовно-асветніцкая программа на площади Зора кладется подчас фестивалю «Магутны Божа» щодня с 16 годин. Тут чекают своих слухачов и глядачов христианские группы и солисты, починаючи и уже вядомые виконавцы и поэты. Людям не хватает порой именно духовности и то, что идет от души, с любовью. Выканаўцы притягивают увагу разных людей, некоторые со слухачоў нават не могли стрымливать слезы. Я впервые на этом концерте, мне очень нравится. И поэтесса замечательная женщина, я просто до слез. Нужно возвращаться к нашим истокам, чтобы не терять нашу культуру, нашу самобытность, опять же, белорусскую и европейскую. Усе концертные пляцовки фестиваля духовной музыки «Магутны Божа» чакают глядачоў. Нагадаем, ён будет должиться до 2 липеня.